Предъявить, будь ласка, документ. Это просьба или законное требование? Законное требование и просьба. У нас была кража. Рядом. Я не обязан вам говорить, где именно. Почему это? Причин проверять. А что это такое агрессивное меню? Я инспектор, ты будешь ютубер клоуном, представляешь? О, уважаем! А что вы делаете? Уважаем! Да что ты делаешь, блядь, чувак? Зачем? Зачем вы это делаете? О, уважаем! А что вы делаете? Уважаем! Да что ты делаешь, блядь, чувак? Зачем? Зачем вы это делаете? Хорошо, а он сам пойдет, не ломайте его. А зачем такое поведение? Что именно? Ну зачем вы так делаете? Сотрудник полиции. Удостоверение. Есть, конечно, будь ласка. Лещенко Александр Сергеевич. Да, я не ознакомился еще. Я не ознакомился. Что изживалось сегодня, спрашиваю? Инспектор. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, а не вколывают на комбайнах. Выпил C2, H5OH, сел на Ниву, раздели маш на ТТ, дом 500, Т-150, покормил перед этим порося. И пошел снег пахать, молотить ячмень, будет долгим твой рабочий день. Но зато ты знаешь, каждый винтик в тракторе внутри, получаешь за работу в месяц 1003, компаньоры. Был в армии родной, не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур, эти парни не являются мечтой гламурных дур. И пускай там пидорасы вестуются в Москве, но пока такие пацаны есть у нас в стране.